тут по нацистическим определениям вопросов появились кое-какие дополнения. Просто люди немножко меня не понимают. Все национальности у нас в воровском мире равны и все уважаемые. Я вырос среди евреев и к ним отношусь хорошо. У меня много карманников, воров по Беларуси и Витебске, много с кем я рос, с кем общался. И по сей день в Израиле мой друг Берла прилетает 30 числа в гости к нам в Витебск. Ему 82 года. Я с него с детства знаю, я с ним у него учился, и он мой друг, я очень уважаю. Просто сам Берла знает, что есть евреи, а есть жиды. Короче, это две большие разницы, короче. Также у кавказцев есть грузины, а есть лаврушники. Есть нахуй там, азеры нормальные, а есть, мандариновые головы. Это всегда в каждой нации. Есть белорусы, а есть бульбаши, Такие, что он не просто погонял, а он натуральный бульбаш со всеми своими отклонениями. Короче, это надо различать. Также, как обобщенно говорят, подожди, скажи за меня, если какой-то кавказец что-то оскорбил, он тогда может предъявить, с кем ты видишь меня, и пусть пояснит, и все, и сразу станет на свои места. Просто за всех сказать лаврушники там, а цветочники, мандаринчики, короче, не скажешь. Просто обобщенно как-то говорится, там, и как слава сейчас пиковые говорят на Кавказе, но это целое ответвление есть пиковые, криминал, с понтом они воры, а на самом деле торгаши, и они никогда не воровали, а только собирали дань. И с этого жили. Они причисляют к себе к воровскому, но по сути они никакого отношения к воровскому не имеют, потому что нигде не воровали, никогда этим не жили и с этого не жили. Поэтому сейчас много перепуталось. Если я говорю, то там пиковые, лаврушники, это обобщенно, но называю, что понимаю, что это кавказцы, но это не ко всем не относится. Это просто как мы бульбаши там, или как хохлы украинцы, короче, как татары, казанцы. Но это не говорится, что они татары. Это среди них басоты дохуя и нормальные люди. Кстати, что я заметил, что если татары говорят на тебя брат, это не просто словесная мишура, как у нас. А там искренне, и в этом вносится смысл. И он говорит тебе, брат,
это значит, он тебя воспринимает как брат, а не так, как у нас для связки слов. Ты братан, ты брат, туда-сюда. Ну, а об этом не задумываюсь. А в Казани я убедился, татары, если кого-то называют братом, то это так и есть. Поэтому, в общем, много есть всяких отклонений в каждой нации и среди там кавказцев и среди бульбашей. Ну, просто не, я не говорю, что там это все, короче, ну их условно так говорят, лаврушники, то да все. Ну, если брать там, в Грузии очень много воровитого люду, кто ворует, очень много.